Так, здорово, были. Тут доктор Мартинс 1919, одна из моих любимых моделей. На 10 пар люверсов с остальными носами, без прошивки у носа. Состояние хорошее. Вот, есть небольшие вот такие вот стесы. Две штуки, по одной на каждый ботинок. Вот так, ну на втором ботинке получше видно. Вроде бы, да, вот. Ну, фокусируйся, чмо, сука. Вот такие стесы. Желтая прошивка, которую многие любят, но я не очень не люблю. Вот. Здесь небольшая сточка по пятке. Заломы. Нет заломов ни малейших. Есть морщины, в принципе. Их можно даже разгладить. Только смысл. Но заломов там нету. Вот, подошва простая, вафельная. Так, размер 7. Вот видно 26 сантиметров постельки. Европейский 41, наш 40. Производство английское. Не помню, говорил или нет, немножко не высыпался. Так, ну вот такие. Есть еще пара 19-20 уже. Блин, их я себе хотел. Но они, короче, тоже похожи 7 размера. 26,5 сантиметров постельки. Состояние среднее. Есть небольшие заломчики. А, не, морщины. Или на другом. Спутал с другой парой, значит. Есть небольшие морщины. Пошкрябаны носы у них. Тоже с остальными носами. У них разница, что у них 7 пар люверс, а не 10. Вот, и у них нету хлястиков. Блин, но эти, они круче, мне кажется, хоть состояние не очень бодрое. Двойная прошивка. Вот, как я люблю, собственно говоря. Цвет такой, знаешь, блин. Не то, что вишневый, а скорее гнилой вишни. Там, типа, вот от бордового, там, ближе к коричневому. Я, ну, не особо так шарю. Подошва вся стерта. В принципе, ресурс еще хватит на года 3-4, наверное. Ну, хотя, смотря сколько носить. Ну, типа, короче, максимум. Блин, нет, минимум. Я бы сказал, хватило бы на 3 года. Вот, потом уже надо будет ее менять. Я и думал, что я так стаскаю их и поменяю. Вот, так что, если интересно, то, блин, пишите и уточняйте цену, отдам за столько, сколько взял. Такие дела. Авито доставка не отправляю, как и обычно.